Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, я вам скажу сразу, ребята, топового места мы не заработаем на этой неделе, потому что сегодня воскресенье. Соответственно, нахожусь я, наверное, в Лиге Сёгунов одна звезда. Это в лучшем случае, ребят, ну да. И причина всему... Да, я не снимал, ребята, элементарно просто отдыхал. Ну, я думаю, что меня можно понять. Игр у нас по черепашкам очень много, ребят. И просто я устал. Устал, я жду отпуска. Я хочу, ребята, немножечко отдохнуть. Поэтому как бы сейчас я просто расслабился, понимаешь? Такое бывает. И это я считаю нормальным. Вот. Поэтому топового места не будет. Соответственно, осколков мы получим мало. Но это, ребята, временно. Мы потом все равно оторвемся в отпуске, надеюсь. Если, конечно, не займусь делами какими-нибудь или не поеду никуда. Посмотрим. Так, 15-19. Ну, давай возьмем эту команду. Я не пойму, что мне постоянно кашель вот этот уже запарил меня, если честно. Понимаешь, ложишься спать с открытыми форточками, на утро встаешь, все, у тебя нос заложен, какой-то кашель потом начинается среди дня непонятный. А не открывать окно, ребята, душно. В квартире очень душно, отопление дали, все жарит, парит. Вот, вентилятор включать, он слишком шумный, спокойно ночью не поспишь. Поэтому единственный вариант — это открыть окно. А на утро, сам понимаешь, результат вот такой вот. Голос сиплый, башка болит. И днем начинается какой-то дебильный кашель, раздражающий просто. Так, ну что, я возьму зэка здесь. Я думаю, что он один справится, потому что против 50-х деремся, и думаю, что одной бомбочки здесь будет более чем достаточно. Хотя не факт. Ну, мы посмотрим. Одной бомбочки, говоришь, будет достаточно, да, Рэй? Сейчас тебя накроют здесь медным тазом, будет тебе достаточно, блин. Массовой атаки нет, понимаешь, я бы... Хотя, ты посмотри, ребят. А, у нас 56-й против 51-х. Ё-моё. Чё-то я... Мне в голове семидесятники сидят. Да. Бывает. Бывает. Попутал маленечко, но ничего страшного. Тогда берем здесь Макмана. И с ним пойдет. Кто с ним пойдет? Раз, два, три, четыре. С ними вот такая вот команда пойдет. Угу. Так, запускаем. Все. Ну, по-другому и быть не могло. Уж Макман-то сотого уровня. Естественно, их всех разбомбит. Так, и у нас получается... Ну вот, 15-20 я вижу здесь. Я возьму, наверное, Рафаэля. Слушай, в принципе, одного Рафаэля здесь и будет достаточно, мне кажется. Потому что... Наших ребят вот этих уложить они сразу не смогут. Рафаэль, естественно, первым, кто станет в провокацию и, соответственно, начнет раздавать звездюлей в ответку. И так что должны победить. Проверим. Вот мы стоим в провокацию. Так, здесь мы еще, наверное, знаете, что делаем? Ускорение. Какое, блин, какое ты сделал ускорение, Рэй? Ты не ускорение сделал, ты сделал этот. Как он называется? Скажи, я скажу. Ребят, это называется, мы усилили команду. Ускорение, блин. Вот, вот ускорение. Вот Мундагека делает. Так, слэш, получай. Ну, парень, ну полегче. Ай, сейчас, если этот массовую сделает. Нет, слава богу, он не сделал. А если бы он, ребята, например, бы сделал массовую бы атаку. Вот Мундагека, кстати, может это сделать. Нет, он мог спокойно бросить этот баллончик с краской. И все. И у меня кто-нибудь да упал. Да в плане, ё-моё, я думал. Зашибись. 5 ступенек все пролетели, ребята, 5. Что за подстава-то? Я думал, мы сейчас в Сёгуны влетим с тобой, 2 звезды влетели, ага. Лучше не придумаешь, взлет был просто великолепный. Так, Лео, давай тогда отрывайся по полной программе за всех. Так, а что, он, ребята, отрывается в легкую. Он просто сейчас делает свою козырную вертушку. Вот и все.
Вот и все. Что и требовалось доказать. Пока у нас есть с тобой такие мощные персонажи, топовые, нам здесь ничего абсолютно не грозит. Так, Армагона я приберегу пока. Я вот возьму Рафаэля здесь и... Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. У него до сих пор еще 52-е, ребята, а у нас 57-й уровень. То есть, ну, 5 уровней, конечно, перевес, но для них это ничего не значит. Шикарно. Ой, Шреддер, а что это ты так... А что он так слабо бомбанул-то, я не понял. Вообще практически не нанес урона. Странный парень. Так, 85-я позиция. Ну, давай возьмем так. Возьму Кунаичи здесь. Раз, два, три, четыре. Кунаичи, естественно, своим шок-разрядом должна всех, по-моему, завалить. Ну, обязана просто. Давай проверим. А я о чем? А я о чем, ребят? Слушай, она что? Она уничтожает всех, она себя не вешает дебаф, что ли? На ней висел этот. Понижение брони после того, как она применила суперудар. Вот это вот плохо, кстати. Я не люблю, когда персонажи какие-то после того, как делают суператаку. Это вот, кстати, касается ведьмы. Она когда делает удар летучей мышью, она себя замедляет. То есть, как бы, Шреддер, или кто там, я не помню, тоже, когда делает удар, он тоже на себя что-то какой-то дебаф вешает. Зачем такое делать, я не понимаю. Так, ну что, здесь я возьму, наверное, Ваню. Шреддер, куда ты лезешь? Ну, Ванька-то, ё-моё, со своей базукой-то должен здесь справиться, по идее-то. Разочек бомбануть, и все. Так, ну все-таки, ребята, еще раз доказывают, что у Алапекса очень хорошая инициатива. Она на 58 уровне переплевывает Ваню сотого. Я не знаю, какая у нее будет инициатива, если ее прокачать до сотки. Там, наверное, вообще будет турбулентность просто. Так, ладно, двигаемся дальше. Ну, давай возьмем Кужеголового здесь. И вот так вот. Сейчас сделаем кубарем. Я думаю, что они все, в принципе, упадут. Проверка. Ну да. Против кожеголовой тут, ребят, не поспоришь. Слушай, ну мы до сёгунов 3 звезды доберемся. Может быть, даже до Лиги Мастеров 1 звезда. Это в лучшем случае. Это был бы неплохой результат. Но следующее, что я скажу... После работы я приду, мы с тобой все равно будем где-нибудь в сёгунах копошиться, даже если мы с тобой заберемся каким-то чудом в Лигу Мастеров. Так, ну что, давай попробуем сделать луч. Ты-дынь, готово. Просто великолепно. Так, и мы переходим на 23-ю позицию. 23-я позиция. Так. Возьмем, наверное, с тобой Усаги. Кстати, уровень у них уже 65. А, все, ребят, у нас уже 70-ки идут, так что можно даже не подсчитывать. Просто брать всех подряд. И победа будет за нами, как говорится, да? Рубим, рубим, рубим. Так, секунду. Давай сделаем вот такой вот удар. Есть. Есть. Вырубили мы их. Так, 11 место. 11 место. Почему не дают мне 16-21? Уже столько прошли, и все равно, ребят, не хотят они нам давать. Еще Донателло нужно сегодня попробовать прокачать хотя бы на 70. Какой там, 76 уровень. Бум. Так, давай сделаем вот так вот все-таки. Дебафчик плюс огненная атака и запах изо рта. Да?
А я так и думал, что будет таким вот образом, ребят, победа у нас. Плюс еще у них, даже если бы Джастин бы не добил бы, все равно постепеночку бы их потом начало бы кромсать. Ну а мы с тобой в Лиге Сегунов 3 звезды. Нет, ребята, до Лиги Мастеров мы не доберемся. Нам не хватит персонажей. Просто-напросто. Да, нам не хватит персонажа. У нас, по-моему, после этого еще один поединок, и все. И закончились наши бойцы. Ну что ты, Майки, ты даже муху какую-то плешивую добить не мог. Ну что ты, как я не знаю. Он быстрый, да, я не спорю, ребята. Быстрый, там, ловкий. Но по атаке. Любой Микеланджело по атаке, ну просто отстой. Я не знаю, с этим никак бороться нельзя, ребят. Бесполезно. Раз, два, три, четыре. Ну и что там у нас? У нас остаются маузеры. Нет, ребят, я лучше маузеров возьму вместо сплинтера. Лучше, как говорится, ими бомбануть разочек, чтобы они все тут упали, сразу же распластались. Все. Все прекрасно. Ну, теперь пойдем проходить события. 77-я позиция. Так, дальше у нас идет серия испытаний. Ну, давай вот здесь вот возьмем, чтобы по-быренькому, так сказать, пробежать. Да-да-да-да, черепашки классика. Черепашки классика, одна волна. Так, бомбочка. Блин, суперудара нету, ладно, сделаем лучом тогда. Ну куда ты лезешь, а, Майки? Свои танцы буги-вуги. И добивной. Все. Я, конечно, честно говоря, думал, что мы намного быстрее. Я думал, что сходит, например, этот. И не, ну если бы у маузеров был бы суперудар, конечно, бы мы бы уже прошли. Так, теперь пошли сражаться, искать, что нам нужно. А именно, так, мы кого прокачиваем? Кунэйч у нас, по-моему, да, все нормально. Значит, остается Донателло, да? Твою налево, эти комиксы, а? Это сколько? Да дофига. Один нашли. Они сейчас не будут мне нифига давать. Второй. Второй, так, третий. Так, четвертый, ребята. Четвертый комикс нашли. Прям великолепно. Так, пятый. Я бы хотя бы 10, чтобы было бы нормально. Было бы за одну заходку, да? А у нас 5 всего лишь. Все, и пицца кончилась. Пицца тайм. Да, нам еще нужно 14 комиксов, друзья. Так, открыть колоду. Ну давай откроем колоду, бесплатно, естественно. Ничего тут хорошего нам не достается. Так, поднять уровень персонажа. Ну что, поднимаем, естественно, на Донателло по уровню. Вот так вот. 76 уровень, ребята, он получает у нас. Так, теперь пошли тратить сыр. Усиление технодрома. Но меня вот это интересует. Так, так. И вот так. Команда, конечно, я тебе скажу, здесь. Ну, Армагон. Армагон, если только что выручит нас. Ну, на этой команде, ребята, я ничего не буду тратить, вот кроме ракет. Упс. Айс так. На второй волне у нас. Так, Эйприл, Мандагега. Ну, вот это слабачки. Твою налево. Давай, плюй. Своими соплями. Да как так-то, ну. Выжило, а? Так, ну, здесь что? Здесь валуном. Как говорится, по шеям давать. Все. Ну что, ребят, начинаем фармить.
Для чего проходим? Для того, чтобы фармить. Так, снаряжение союзники. Поехали. Да какое ты? Мне нужно эксперт снаряжения, ребят. Микроскопы. Осколки. Жетоны. Начинается, короче, да? Начинается мозготряска. Есть. Все, ребята. Так, подожди, все. Блин. Пицца кон. У нас, мы, короче, с тобой на последней пицце нашли эксперт снаряжения. Можно сказать, что нам повезло. Так, ну что, друзья мои. Видимо, все. Я думаю, что... Да, до Лиги Сёгунов 2 звезды нас скинут. Это однозначно. И мы с тобой получим награду. Я уже забыл, как там посмотреть-то. Лига Сёгунов 2 звезды. Мы получим 35 платиновых осколков. Это будет у нас 205. И еще потом 200 надо. Это еще 2 недели. Больше даже. Ладно, ничего страшного, ребят. Прорвемся, как говорится. Не сегодня, так завтра. Ну что, а на сегодня все, ребята. Всем удачи и до новых скорых видосиков.